Что такое академическая грамотность? У каждого есть свои интуитивные представления о грамотности. Академическую грамотность можно представить как некий комплекс навыков и компетенций, связанных с передачей знания. Причем под словом «передача знания» мы понимаем не просто передачу информации. Это может делать любое механическое устройство. Но передача знания – это трансформация информации с одного уровня на другой. Обычно вслед за видным австралийским ученым Биллом Грином в академической грамотности выделяют три аспекта. Операционная грамотность – это грамотный, понятный, ясный язык, посредством которого мы передаем знания. Второй аспект – это культурная грамотность, то есть набор культурологических понятий, общепринятых норм, стандартов, приемов, умение осуществлять коммуникацию на языке той группы, кому предназначено знание. В нашем случае это прежде всего богословская лексика и, конечно, общая академическая подготовка. И третий аспект – это критическая грамотность. Это умение мыслить самостоятельно и критично, анализировать, синтезировать, излагать результаты своей работы. Фактически это понимание того, как создается и интерпретируется знание. Например, это умение понять, что подразумевает автор статьи или научной работы. Понимание не только того, что сказал автор, но и того, что он хотел сказать. Таким образом, курс академической грамотности призван помочь студентам выработать навыки учебной деятельности, познакомить с методиками богословских, исторических и других видов исследований, освоить методы аналитической работы, научиться подавать академическую информацию и, в конце концов, усвоить вкус непрерывного обучения. Ну как? Готовы к подъему на такую высоту? Может быть, для кого-то это звучит слишком высоко и недоступно, но на самом деле это реальность повседневной научной жизни. Это поиски и освоение нового знания. Наш курс предназначен для студентов всех уровней обучения. Для тех, кто только знакомится и делает первые шаги в начальном богословском образовании, предлагается так называемый церковный уровень. Пройдя этот уровень, студент сможет как бы повторить и освоить эту же тему на более высоком бакалаврском уровне. А обретя знания бакалавриата, он сможет углубиться в этой же теме на магистерском уровне. Таким образом, каждая тема курса подается на трех уровнях обучения. В курсе «Академическая грамотность» 7 модулей. В первом и втором модуле вы познакомитесь с самой идеей обучения, с видами обучения и библейскими подходами к процессу обучения, а также научитесь планировать учебную и научно-исследовательскую деятельность. Эту часть курса с вами проведет кандидат психологических наук, преподаватель Евразиатской богословской семинарии Татьяна Горбачева. Третий, четвертый и пятый модули посвящены процессу получения, обработки и изложения полученных знаний. Во время их изучения вы поймете, что такое академическое чтение, как правильно и быстро читать, какие виды письменных работ встречаются в академическом мире и как подойти к их написанию, чтобы обрести вдохновение, и как настроить компьютер на быструю и эффективную работу, как, в конце концов, оформить академические работы в соответствии с национальными стандартами, чтобы быть понятными в окружающем нас академическом мире. Вы рассмотрите понятие плагиата и поймете, как правильно пользоваться цитированием. И много другой полезной и важной информации вы найдете в этой части курса. По сути, эти модули являются ключевыми и важнейшими в нашем курсе. Вы освоите академическое чтение, умение находить, оценивать информацию и анализировать прочитанное, академическое аудирование, умение слушать доклады, выступления, лекции, выделяя основные мысли. Вы освоите академическое письмо, умение строить гипотезы, делать выводы, организовывать и структурировать собственный текст. Над этим материалом работал большой авторский коллектив, а наибольший вклад внесли Валерия Чернобай, кандидат исторических наук, преподаватель Львовской богословской семинарии
Михаил Макиенко. Но начать онлайн-обучение мы предлагаем с так называемой пропедевтики, то есть с предварительного обучения или подготовительной части нашего курса. Это серия видеосюжетов, которые помогут вам заниматься онлайн. В них вы увидите, как правильно учиться в нашем курсе, то есть в какой последовательности изучать материал, как выполнять разные виды заданий, как пользоваться чатом и нашими форумами, какие требования предъявляют авторы курса к студентам и много других простых, но полезных вещей. Может быть, большинство из того, что показано в этих сюжетах, вы уже знаете, но не пренебрегайте инструкцией. Давно установлено, что программисты, которые пользуются инструкцией, могут освоить продукт 2-2,5 раза быстрее, чем те, которые полагаются на свой опыт и осваивают нечто новое методом так называемого научного тыка. Поэтому не посчитайте это упражнение за слишком простое и не пропустите его. Блаженны те, кто смиренно соглашается со своим незнанием и потому становится открытым к новому познанию. Итак, друзья мои, желаю вам благословенного и приятного прохождения курса «Академическая грамотность».